Специалисты спортивного комплекса «Калев» сил Ламяя на этой неделе продолжают приводить спортивные объекты в порядок. Так, уже практически закончена работа в секторе по прыжкам в длину и начинаются работы в секторе для метания диска. Вчера мы завершили последний этап работы по реновации ямы для прыжков в длину. Засыпали недостающий песок, всего получилось у нас 7 тонн. Поэтому этот объект у нас сейчас более или менее готов, но мы сейчас посмотрим, когда туда будут прыгать, наверное, будет проседать немножко песок, и спортсмены, которые туда прыгают, они этот песок еще выносят с собой, скажем так. Поэтому, скорее всего, мы еще 1 тонну песка закажем, так, про запас. На прошлой неделе мы объявили поставку на приобретение сектора для метания диска. В 19 числа у нас поставка завершается, 20 числа мы будем знать, какая фирма победила, и после 20 числа мы заключим с фирмой, которая победила, договор, и уже будем продвигаться дальше. Да. Думаю, что в конце июля, может быть, в начале и августа этот сектор будет уже на стадионе. Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН ТВ.